Всем привет, снова здравствуйте. И опять же фишки The Brush. Так, давайте в этом видео рассмотрим, как делать пустоты. Еще один вариант рассмотрим. Это опять же спасибо испанцам, итальянцам и так далее. Ссылку на это видео я... Погнали изучать опять пустоты. Будем использовать, наверное, сферу. В видео используется квадрат, куб. Ну, будем-то сферой пользоваться. Жмем Edit, жмем Make Polymesh, делаем геометрию, включаем и делаем Dynamesh. Смотрим сетку, жмем Ctrl-D, добавляем девайдов. И давайте, как в видео, посмотрим, как же тут делать пустоты. Так, используем маску, возьмем, жмем Ctrl, включим, наверное, пока цилиндр, ну вот этот круг, и нанесем его вот так вот. Вот он с двух сторон у нас появился. Жмем Ctrl-W, назначаем полигруппу, смотрим, как она у нас проецировалась. И теперь жмем Ctrl-Shift и жмем вот на эту полигруппу. Еще раз на нее нажимаем. Вот такая пустота у нас получается. Так, теперь заходим в Modify Topology. Отключаем вот эти вот девайды. Del Lower. И жмем Del Hidden. Убираем вот это, то, что мы скрыли. Теперь заходим в Display Properties. Жмем дублировать, чтобы видеть грани, внутренности. Так, и зайдем теперь в деформацию и сделаем Polish by Features. Сгладим края. Теперь жмем Poly F, смотрим, что да как у нас. Заходим в кисти и используем вот это Curve Bridge. Проводим курву и жмем Shift. Отмечаем вот эту вот вырезку, переворачиваем, проводим опять и жмем Shift. Вот так все у нас отмечено. Снимаем маску и теперь делаем в геометрии ZRMesh. Находим ZRMesh и его делаем, нажимаем. Вот такая пустота у нас получилась. Все быстро, простенько, нормально. Посмотрим сетку. Вот так все это дело выглядит. Теперь можно внутри что-то рисовать. Добавим Ctrl-D. Переключимся на любую кисть. И вот внутри вы можете работать, уже что-то лепить, моделировать и так далее. Все, всем пока, до свидания.